вы можете представить себе мир, где каждая вещь будет подключена к сети. А это значит, сможет отправлять, получать и хранить любую информацию. В транспортной логистике это не фантастика, а ближайшее будущее. Будущее физического интернета. Смотрите сами, как применить эту невероятную технологию в транспортно-логистическом бизнесе. Предположим, что все вещи, участвующие в процессе доставки грузов, будут подключены к интернету. Тогда поддон на складе сможет сообщать объем и размер грузов, что сократит ручной труд. Фура будет подсказывать водителю удобный и короткий маршрут. Как результат, значительно сократится время доставки грузов, и, что немаловажно, выброс парниковых газов в атмосферу будет ниже. Специальный контейнер для доставки, оснащенный уникальной идентификацией, позволит связывать груз с другими системами. Только представьте, насколько это сократит повреждения и потери грузов. А конечный потребитель сможет в режиме реального времени отслеживать местоположение и состояние своей посылки, находящейся на грузовом судне посреди океана или же в самолете во время полета. Потенциал физического интернета огромен. Благодаря внедрению данной технологии мы создаем логистику, которая открывает большие возможности перед бизнесом и потребителями транспортных услуг. Добро пожаловать в будущее!